материально я жила хорошо. Единственное, что меня беспокоило, это мое здоровье. Так как я работала в больнице, и лекарство всегда было под рукой, я привыкла лечиться, и как только какой-нибудь чих или еще что-то, я принимала лекарства, и все проходило через какое-то время. Этим самым я подсадила очень иммунитет и частые больничные листы, которые меня просто изматывали. И вот однажды пришла к нам женщина и рассказала о чудо-продукте, который исцеляет, который помогает и восстанавливает иммунитет. Я попробовала, это был продукт компании Tentorium, и он мне в первый же день помог. Я поверила в этот продукт и решила, что буду до конца дней пользоваться этим продуктом. Но поспудно мне мой спонсор говорит, здесь очень хорошие деньги зарабатывают. И однажды, когда наступил момент, что из семьи стали уходить денежки наши, я задала вопрос своему спонсору, а как ты здесь зарабатываешь деньги? Она мне сказала, просто приглашать людей. И этот момент настал, когда я стала активно приглашать людей в Tentorium. Для меня это не было задачей, я это легко делала, потому что у меня было очень много результатов. Это уход от онкологии, это и многие другие заболевания. На сегодняшний день я пенсионер. Мне 63 года. Я об этом говорю с гордостью, потому что я 3 раза в год, 2-3 раза в год, я езжу, отдыхаю. Я объездила более 20 стран мира и в некоторых была по 2-3 раза. Я с гордостью говорю о том, что в Tentorium жизнь интересная. В 55 лет я села за руль и исполнила свою самую заветную мечту. Tentorium классно. О том, о чем я мечтала, я здесь получила. Благодарю себя за то, что когда-то пришла в открытый мир Tentorium. И вас тоже приглашаю.